Аттахе наша еженедельная десятка вновь возвращается к своему традиционному стилю. Подборку лучших голов прошлых выходных открывает Гонсало Кольса из Рассинга. Пока Владимир Бесчастнов не может забить за сборную, его одноклубник Кольса, каковым он правда уже не является, делает трехочковый бросок из испанской ямы. Но ямка глубока, и одной победы над Мальоркой явно маловато. На 9-м месте маленькая мышка Бреши. Она хвостиком махнула, и Ферентина разбилась. Роберто Баджи, главный хвостатый грызун Бреши, уже на 4-й минуте расстроил семью Чака Гори. Гори плакал, но недолго. Утешили его Кьеза и Нуно Гомеш. Однако все тот же хвостун Баджи вновь вогнал в ловушку Алах в уныние. На одно место выше Баджи поднялся Антуан Лабок. Редкий случай, когда такая команда, как Котбус, может обыграть в гостях Байер. Но еще реже, когда гол головой забивается из-за предела штрафной. Ошибка Цубермюллера трагично омрачила его лиг. А над ним задорно смеется не только Лабок, но и вся Бундеслига. На 7-й строчке лучших голов недели своим мощным ударом поворотом Лацо закрепился Мауро Камаронезе. Его Верона старалась, забивала красиво и даже много. 3 мяча за спиной Маркиджани – приличный результат. Однако Фортуна Лацо улыбалась чаще. 5 раз против 3 Верон. Только до 6-й позиции смог взлететь Тони де Ламазан из Испаньола. Однако и этой высоты хватило, чтобы его парашют в Мадриде накрыл Райо Валекано. Слабая оборона у Удинезе позволила на последней минуте выиграть Интеру и ворваться в наш хит-парад Марко Ферранте. Привели миланцев в голу тривиальный аут и желание Ферранте помочь своей новой команде. Еще месяц назад он забивал за Торино. Что ж, неплохое начало в Интере. До призовой тройки не дотянул человек из Реджины. В гостях у Лечи стараний Франческо Козы не хватило даже для ничьи. В собственной штрафной сразу 2 защитника не заметили Козу. И винить их в этом нельзя. Ведь какой смысл держать своего одноклубника? Видимо, ребята забыли, что Коза уже как 2 года уехал из Лечи. На 3-м почетном месте Виченцо Мантелло. Широким шагом в матче против Виченцы Мантелло приближает свою Рому к золотым медалям. Дома Виченцо держалась практически весь матч. Но как здесь устоять против такого удара? Покоритель Нумантии Хави Гонсалес вознес свой Атлетик до победы и себя до 2-го места в нашей хитовой десятке. Правитель Гонсалес своим персом заранее указал партнеру, куда надо доставить мяч. Остальное дело техники. Эта техника маленькими шажочками продвигает Атлетик в зону УЕФА. Своих конкурентов от 1-го места широкой спиной отодвинул Кристиано Лукарелли, а вместе с ним от мяча и защитник Реджина. Вот таким вот образом Лукарелли спас партнеров по Лечи, которые иногда страдают провалами в памяти.